В общем, сейчас на установке газового оборудования. Салончик мне вот так вот разобрали. Сиденье сняли, вот сейчас примеряет баллон. Баллон был у меня до этого 75-й. Он был чуть пошире. Сейчас вот 90-й. Немножко другого образца, облегченный. Барахло тоже выкинули сюда. Вот так вот. Тут, конечно, немножко упирается. Уже заявление идет. Или выделил, или лечит, или пол. Да, но и здесь тоже так же. Ну, не везде. Слушай, так. А там ножичком не достать, а? А как ты? Решили отказаться мы от такой системы, чтобы не терять это место. Прям сразу на кузов положат сюда баллон и все, чтобы сверху эти тяги не снимать. А, ты сейчас просто прихватил помет, сейчас здесь уже проваришь, да? Там ты не угадаешь. Ну да, чуть сдвинемся и все. Короче, как-то так вот устанавливаем. Да. В принципе, вот так вот баллон сейчас стоит. Что там? Еще там скоро сиденье будем прикручивать, да? Да. Установили баллон, все по фэншую, да. В принципе, нигде ничего не задевает. Запаску спас. Ни одна трапеция не ушла. Ну, кстати, да, ничего не погнули, просто единственное, когда вот поднимаем до конца, просто чуть упирается, и она вот одна. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Вон, подложили резинки. Все получилось, чики-пуки. Максим, надо было покупать докатку. Да. Так, сейчас предыстория. Просто у друга, у Максима такая же машина, и у него только баллон на 100 литров. Но он снимал все эти тяги, потому что они все мешали ему. Из-за того, что у него здесь не докатка была, а обычное колесо. Все, сиденье тут поставили. Все как и было. Кнопку сюда поставили. Все, последние штрихи. Ребят, приехал я, в общем, на заправку на Роснефть. Заезжал на Газпром, и она закрыта. Тут обнаружил, попробовал перейти на газ, хотя я думаю, что-то непонятно, как будто на газу. Ну, короче, получается, они, наверное, перепутали провода местами. Сейчас поеду обратно к ним, как раз настраивать уже заправленным. Что-то кнопка плохо срабатывает. Сейчас моргает, что типа на газ переведет. Хотя, наоборот, должна была эта лампочка гореть, оранжевая, когда на бензине, а зеленая, когда на газу.
видать, перепутали. Пусть переделывают. Не зря же я за установку 9000 отдал. Ну, хотя разговор был про 7000. Я звонил, когда узнал, сколько стоит поставить. 7000. А сейчас уже говорит, ой, ну это на 4 цилиндра, а у тебя 6 цилиндров, V6, да, V6, так. Ну, у нас в России это всегда так? Смотрите, очередь какая. Попробуем сейчас заправимся, посмотрим, насколько выйдет 90-литровый баллон. У меня 75-й был до этого, заправлял максимум, по-моему, на 370 рублей. Раньше было на 270, 250, там 220. Ну, сейчас просто цена поднялась. А раньше-то он стоил, помню еще, когда он стоил 9 рублей. В последнее время он стоил 16 с чем-то. Сейчас уже он 19,80. Так что, такие вот пироги. Ну, хорошо, хоть на Роснефти там все колонки работают. На Газпроме, как всегда, половина колонок не работает, даже на свежих заправках. Если у нас здесь на Сокуре, то две заправляются, остальные либо закрыты, либо еще что-нибудь. В общем, как-то так. 9000 как с куста. Ну, сейчас как 9000? Я сейчас на рубалек заправлю бензина. Газ заправлю. Тоже, считай, на 1500. Вот уже получается 10,5 тысяч. Целый день потратил. Я думал, до обеда успеет поставить. Сейчас время уже 4 часа вечера. Время пробежало незаметно. Так. Надо подключить здесь телефончик. Redmi Note 9 10 Pro. Так. Вот, кстати, смотрите. Я машину такую уже купил. Прошлый владелец мне сказал, что у него просто магнитофон украли. Ну, потом он уже поставил такой пионерчик. Ну, какие-то чудики не смогли выковырить, наверное. Решили сломать. И сломали панель. Жалко, конечно. Я видел вот этот. Вся продается. Как она правильно называется, наверное? Борода. Вот она продается вся за 1000 рублей. Могу купить, просто, честно, не знаю, как ее менять. Я, скорее всего, буду разбирать и сломаю что-нибудь. Ну, как-нибудь, наверное, куплю, пусть лежит. Потом поменяю. Здесь вот, кстати, зимний режим, спорт режим, овердрайв есть. Он там загорается. Овердрайв. Тачка на самом деле классная. Как Волга, большая, комфортная. Жалко, конечно, что не полноприводная. Но и на переднем приводе она едет хорошо. Напомню, она V6. 2 литра. И на ней стоит монетка. На двигатель ставишь монетку, она стоит. Газуешь, она стоит. Я, кстати, как-нибудь, наверное, сниму. Покажу. Приехал я домой, короче. Договорились, что завтра будет переделать. Время уже ночь. Мучились. Настроить не могут. Сначала попробовали без лямбды. Он говорит, без лямбды тоже будет работать. Я говорю, ну ладно, давай, поехали. Не разгоняется, она не развивает обороты. Покатались. Обратно приехал. Он говорит, надо карту накатать. Бензиновую, потом газовую. Автокалибровку делали. Не помогает. Обратно приехали, подключили лямбду. Поехали, вроде начала хоть газовать там на. Ну, до этого вообще она вот сейчас на бензине. Перейду на газ. Хотя, кстати, вот у меня на другом газовом оборудовании было наоборот. Я вот уже рассказал, что когда оранжевое, должно быть, это показывает, что на бензине. А здесь наоборот, что показывает, что на газу. Не знаю, почему так. И, короче, вот сейчас на газу. Но очень тяжело развивает обороты. Вот газуешь почти до пола. А она до 3000 только. Ну и получается, первая и вторая передача, она нормально разгоняется. Третью включает, уже тяжело, прям еле-еле. Четвертую, как передачу ток включает, все, она начинает тухнуть. Как будто я за жопу держу. Прям, не знаю, ну как троит, знаете, как на трех цилиндрах. Вот. Получается, начали методом там
тыкать, это пробовать, то пробовать. Потом начали отключать газовые форсунки по одной. Отключали, дошли до такого, что на трех цилиндрах она прям хорошо едет. То есть три цилиндра на газу, три цилиндра на бензине, она идет из-под себя прям, просто копает. Там на второй, на третьей передаче прям чуть ли не буксовать пытается. Прям идет прекрасно, я бы так сказал. Включает четвертый цилиндр или пятый, это без разницы, вот любой из них там. И все, ее как подменили, она тяжело на разгон, обороты начинает плавать. Сначала мы не знали, что произошло, несколько раз возвращались опять туда, на базу, на территорию. Ковырялись, опять выезжали, опять такая швейня. Потом приехали уже, консилиум собрался, там человек 4 подошло, ковырялись. Оказалось, что шланг перегнутый, когда форсунки крепили, чтобы они не болтались. Шланги перегнулись, поправили шланг. Все сделали, получше стало, выехали получше, но опять, короче, что-то не то. Вот. А, потом еще было, что до этого, когда первый раз сначала еще выезжали, они лямбду не подключили, говорят, да не надо ее, говорят, подключать, без нее будет все работать. Потом, когда покатались, сначала она в подъем не может забраться, даже тронуться. Вернулись, подключили лямбду, стало получше. Ну и потом вот то шланг, то все. Потом уже на четвертом цилиндре рассверлили отверстие побольше на форсунке. С этим решили. Ковыряясь, все равно намного лучше не стало. Ну, уже время ночь. Отдал я, кстати, 9000 рублей за установку. Договаривались на 7. Но он говорит, это на 4 цилиндра, на 6 цилиндров 9000. Ну, ладно, не суть. Отдал. Главное, чтобы работало. Но пока еще ничего не настроили. Договорились на завтра. Поеду я завтра. Надеюсь, что сделают. Сегодня целый день вот умотался. Вроде ничего не делал, но умотался. Устал, проголодался, ходил в магазин там. Попался, конечно, булки он с пепси-колой. Но это не еда для мужика. Все, тогда до завтра. Завтра сниму, покажу, что получилось. Нажимаешь по привычке. Да это так, 20 минут покататься и привыкнешь. Сейчас на газу? На бензине? Газу более вялая такая, да? Ну, после 3000 она вроде еще едет, а так до 3000 туговато идет.